Итак, как из названия ролика уже стало понятно, хочу показать одну игру. Я на инвокере, соответственно, то есть тоже в последнее время что-то много стал на нем играть. Так даже побыстрее вперед. Так, свободная камера, собственно. Ну вот, и у меня руну что-то хотят тут отжать, вот этот 30 секунд до омник. начала сражения. Да ладно, ну конечно, Sunstrike, я всегда качаю первым Sunstrike, не вижу смысла вообще качать что-то другое. Потому что 100 чистого урона, да? Даже 101 на 1, если на Alt нажать. Вот, потому что чистый урон такой в начале игры очень хорошо позволит фрагов сделать. Вот, я тут почувствовал Джаггера, вот, прогнал его. Руну. Видите, хотят отжать. Руну не дали, видите, как я закупился. Я специально вот так закупился, чтобы ботл побыстрее купить. Но мне не дали. К сожалению. Санстрайк. Так. Короче, я случайно закрыл запись. Случайно. Вот. Все нормально, видите, и вторым Cold Snap качать. Я всегда хожу с тремя экзортами, чтобы урон с руки, то есть и крипов добивать, и врага побить, если что. Вот, и вот Cold Snap и Sunstrike. То есть один на один, в принципе, ничего другого и не нужно, особенно в начале игры. Видите, все время надо чекать самое главное, вот то, что вокруг происходит. Ну, вот этого я, конечно, не вижу, то, что там... Вот видите, сейчас... Видите, мне кликают. Вот посмотрите, я почти попал, вот, то есть челику повезло просто. Глазами игрок... Нет. Нет, сука. А как мне глазами игрока... Во. Вот это глазами вот, моими, как я играл. Я почему решил эту игру записать, потому что игра достаточно короткая. У меня есть тоже пиздатая игра, у меня что 18 фрагов на 18-0 на инвокере. Вот, было в какой-то игре, но я, ну, долго я играл просто вот. Тут вот Анигма попыталась выход сделать, но не получилось. Не получилось. Вообще очень мощный мидер тоже Ланая. Тоже люблю за нее играть, у нее рефракшн, вот это все, то есть тяжеловато ее убивать. Хотя вот эта Ланая, она слабая на самом деле, вот которая против меня играла. Тут два курсора на экране. Один курсор это от моего лица, как я нажимал, а другой это вот который сейчас на записи. Вот, ну и сразу мне даст, то есть ботль. Мне ботль просто не дают привести, а после ботля сразу Мидас. Так, добита отнята, добита отнята. Ну, я на втором месте, то есть это не мой жанр добивать крипов, я это очень, достаточно плохо делаю. Вот, героев я добиваю, конечно, получше. Видите, я слежу постоянно за всем экраном, чтобы санстрайк дать, если что. В начале игры очень помогает. Вот я на третьем уровне сразу экзорт прокачал. Помогает, так сказать, фрагов голды набить. Вот, видите, я санстрайк дал, по мартре тоже добил. Вообще по всей карте, за топом, за ботом, как бы за всей картой следишь, по всей карте убиваешь, на самом деле. Сколько эта игра? 30-36 минут. На самом деле, эту игру можно было, наверное, и побыстрее закончить. Но у нас не хватило прыти. Да. 36 минут это еще долго. Для этой игры было. Ну да ладно. Медал достаточно быстро собирается. Ну, опять же, это как повезет. Тоже санстрайком не всегда попадешь.
Уже я почти первый по крипам, только кентавр и ланая обгоняет. Ну да, вот на третьем месте. В принципе, тима тут тоже неплохая у меня была такая, можно сказать. По сути, вот в соло-состоянии нужен только Cold Snap и Sunstrike, по большому счету. Да, там убивать еще что-то, а для массовых замесов уже все остальное. Тоже Сларк тут что-то выбежал, пробежал на хосте. Тоже Ланали это такое. Например, снайпера или СФа я мог бы сразу убивать. А Ланаю просто не возьмешь. Видите, там Джиггернаут на лоу хп бегает. Опять же, можно его... Вот видите, то есть там кентавр очень везучий был. На грани все время ходил, непонятно как я выживал. Вот. Везущий просто на самом деле. Ничего, не всю игру он доджить будет. Да, это не мое кредо добивать крипов. Мне на третьем месте еще с мидасом нормально. На самом деле инвокер это вот единственный такой герой, которым я слежу за всей картой, чтобы санстрайки давать. Потому что я никаким другим мидерам так не делаю. На самом деле как-то... Ну, санстрайком все-таки пофармить можно героев неплохо. А то приходится контролить. Урон с руки тоже охреневший. То есть, в отличие от остальных мидеров. С тремя экзортами. Видите, и по Ланае неплохо. Видите, Ланаю так просто не пробьешь. Она и доджит Cold Snap. Неплохо, вот, неплохо сыграли. Это получается второй фраг для меня, да. Ну да. Опыта в минуту у меня больше всех. Золота нет. Ну, опыта это за счет убийства у меня просто идет. Круто еще, вот моя мечта, чтобы еще куру не переконтроливали. Потому что тут челики вот это делают на самом деле. Не всегда можно сразу доставить то, что надо. Хотя мидеру, конечно, надо бы побыстрее артефакты доставлять, чем остальным. Ну, видите, мой плюс в том, что я фармлю героев. Хоть и по крипам на третьем месте. Хотя я и не так сильно там отстаю. На три крипа от кентавра. Ну, пока что такое, то есть без ветров. Я даже ни разу не кастовал ветра, еще что-то, потому что... Ну, вообще без смысла просто это использовать. Ну вот видите, тоже повезло. Этот кентавр сдох от атомника, еще чуть-чуть от моего санстрайка сдох. Все, есть у меня мидас уже. Тоже, в принципе, неплохо. Потрескалась. Хороший комментатор, мне этот нравится. ЦМ-ка. Вот тоже. По сути, это у меня все убийства с санстрайка, да, получается? Ну, по сути, да. Дальше вот я фейзы покупаю. Там травела еще инвокеру покупают. Ну и хз, наверное, травела тоже неплохо. Просто эта игра короткая была, я тут не все собрал. Такие только middle game артефакты, можно сказать. Вот видите, тоже вот мразь, она просто включает рефракшн и все. И доджит. Хреновая тема. Еще очень важно не забывать, конечно, мидас прожимать.
Видите, я первый. А, я, кстати, третий по опыту. Но по общей ценности я первый. По общей ценности я первый. Конечно же. Ну тоже, видите, вот эта кьюшка ее. Хотя тут можно было на самом деле кинуть метеор, сбить, но я бы, наверное, умер тогда, если бы тут задержался. Видите, тоже вот огрызаюсь ветрами всем, что есть. Мне тут на самом деле кьюшка помогла, реген очень хороший дает. Очень хороший. Как будто я с вангуардом бегаю, даже круче. Видите, тоже она рефракшн включила и все. Вот тут, видите, Мартра вообще на грани. Я не понимаю, как она тут точнее, Темпларка. Как она там запонтить смогла. Тем временем у меня сколько? 3-0, да. 3-0, да. 3-0-0. Вражеский варлок делает даблхил. Ну, я этого не видел. Наверное, с применением големов, конечно. Скорее всего. На этой минуте, на 12. Мартра опасный герой, сильный, но там ЛС-ная, на самом деле, Мартра слабая. Все доджу, тут все станы доджу. Я бегаю, короче, всегда с тремя экзортами, только по необходимости там векс прожимаю, чтобы добежать быстрее. Квас, чтобы реген был. Такое. Потому что реген реально здоровский. Кто-нибудь помогите центральной башне сил тьмы. Нечеткий комментатор, мне прям нравится вот этот Сэмк. Давно уже с ним играю. Вообще, кентавра почти не продамажил. Справедливое подношение. С страйком. Ну, его убили зато. Вот видите, рефракшн включает и все. Ну, у темпларки там покупка, сбор неправильный. Да, потому вот... Персонаж сильный, но игрок слабый за ним. Да, там сборка неправильная. Можно даже посмотреть. Что там... Вот у темпларки, видите. То есть темпларка, она даже не в блинк и дизоль идет, а там темпларка сразу в криты пошла. Сразу в криты. Омник тут керри. Видите, у него закуп такой под керри. Сенджент Яша. Я сразу огоним после фейзов. Очень хороший артефакт тоже. На инвокере. Что-то я тинкером тоже прям круто задротил. Прям научился на нем играть. Но мне что-то уже поднадоел тинкер. Надоедает на самом деле. Однообразный такой геройчик. Ну тут просто кентавр ушел. Тут без возможности его догнать. Вообще, Cold Snap — это имбалансный скилл. Вот я Sunstrike кинул, но там его не было, варлока. Cold Snap — это читерский, на самом деле, скилл, потому что он реально, он каждую миллисекунду почти. Длительность заморозки, частота заморозки 0,69. То есть он чуть ли не два раза в секунду подмораживает. То есть это очень круто, да? Даже не раз в секунду, а почти два. Даже не дает скастовать. Никакие скиллы. Ульту Варлоку, например. То есть, очень круто. Очень крутой артефакт. Ну, блядь, не артефакт, а скилл. Опять же, невозможно меня поймать.
Тем более под вексами я убегаю сразу. Под фейзами. Тут я тоже никак не мог помочь. Омника убили. Ну, главное, конечно, мида сьюзать. Тоже у меня санстрайк с самонаведением, как понимаете. Сейчас я бегаю, я не помню, что я тут хотел. Я, наверное, руну хотел подобрать, просто пойти. Но видите, у меня тоже мана мало. На рассказ не хватит. Жаль, что есть квас на реген здоровья, а на реген маны ничего нету инвокера. Вообще круто бы было. Ну да, кентавра не пробьешь, конечно. Очень жесткий. Ну тут у меня уже все, у меня уже маны нет никакой. Тут только пойти вот крипов подобивать. Так же без мана хреново. И даже арканы никто не даст, видите. Вообще маны нет. Оп, мана на Cold Snap и сразу фраг. Видите, сразу на ходу сожрать крипа и тычкой добить. Ну, изи, конечно, скилл. Видите, опять же, за счет кваса можно. А вот как думаете, Энигма выживет тут или нет? Нет, все-таки не выжила. Обидно. Я тут. Ну, темпларка там, видите, у нее закуп неправильный. Она зачем-то кристаллис купила. Конечно, не кристаллис надо было брать. Тоже санстрайк по джаггеру дал, не добил. Но джаггера тоже так просто не добьешь. У него реген все-таки. Вот брони маловато, реально 3 единицы брони. Удачная находка. Я на первое место выбился по добитым крипам. Ну, по общей ценности, само собой, на 1400. Промазал санстрайком. Хорошо, прям последний скилл, вот эта горелка видеодоктора добила. У меня 6.04. 6.04 счет. К этому времени уже. Я даже не заметил, на самом деле, сначала, что там кентавр в кустах стоит. Пока мне не сказали. Тоже можно, я мог сюда санстрайк дать, но что-то не среагировал. Ну, темпларку там и так убили. Вот, аганим уже, да, подходит. Пока я массовых раскастов особо не давал. В этой игре просто массовых файтов особо не было. Так я на самом деле могу рассказ дать, конечно. Но файтов не было. Кстати, уже аганим есть у варлока вот к этой минуте. Вот это дохрена фарма, кстати, с вот этих с двух големов. Нормально голды можно поменять. Жаль, их мидасом нельзя есть. Cold Snap на варлока.
изи, опять же. Видите, тоже Cold Snap, Sunstrike. И последний этаж, ну, тоже неплохо, неплохо я сыграл. Уже у меня 7.05 счет к этой минуте. Видите, враги ливают. Враги ливают, потому масс-файтов особо не было. Уже на 20-й минуте ливают. Не в кого было давать. Потому в основном вот Sunstrike и Cold Snap в этой игре и нужны были. Ну, тоже тут отлично сыграно. Почему бы и нет? Видите, враги уже почти все поливали к этой минуте. Я, наверное, даже ускоренную в 4 раза включу перемотку. Вот я отхилился, купил аганим. Теперь блинк после аганима. Тоже пошел там пофармить. Ну там Sunstrike мой не понадобился. Тоже пока движуха там по карте идет, можно самому как бы поиграть. Поснести вышку. Заюзать мидас. Вот вы потом увидите, я буду с Варлоком драться, да? Кстати, у меня 196 урона с тремя экзортами. Я потом буду с Варлоком драться, и я ему даже не дам голема выпустить, вот, благодаря Cold Snap. Он просто юзать будет, но у него не заюзается скилл. Блинк это по ситуации, на самом деле, потому что если вас гнобят, то блинк не поможет, потому что врываться, ну... Если тебя гнобят, то особо не повырываешься, как бы. Опять же, видите, под тремя квасами можно уйти с регеном. 28 регена. 28 же? Ну да, 28. Лайк, лайк. Я, кстати, забыл сразу лайк поставить игре. Врагам уже пишут, ливайте. Ну, они почти уже все ливнули вот к этому моменту. Темпларка слабая, да. Она с блинком. Она доедалус собирает. Но видите, ей, конечно, дезолятор нужен, а не криты. Ну, первыми, по крайней мере. Первым там нужен дезолятор ей. Надо будет тоже как поиграть. Я по пику пикаю просто, чтобы меня не контрили. Кто там Варлок остался и Темпларка, да, из врагов. По сути. Все, мы тут уже ломимся. Видите, блинк готов. Мне никак не могут блинка доставить, потому что курую реюза, там воруют. Тоже там врываются. Вот я начал уже раскосты массовые давать. По сути, вот мой любимый мидер, да, там инвокер. На самом деле, потому что, видите, он не может дать вот сейчас. Он несколько раз юзал, но Warlock не мог дать вот скилл свой големов, потому что просто не прожимались. Блинк, блинк у меня есть. Дальше я бы купил, наверное, Октарин следующим, но вот я уже с блинка начал вырываться. Тут уже смысла нет, потому что игра уже к концу подходила. Но вообще блинк. Следующим, конечно, можно было бы дать. Давайте я прям... Врывы были. Големы. Нас големами чуть-чуть отогнали, но я все-таки выжил, убежал. Кстати.
Ебать, я же умер тут. Я пропустил, я один раз умер в этой игре. Но я байбекнулся. Вот тут, видите, и нас начали прогонять. Я сам этот хаос метеор дал. Вот, и нас с двумя големами погнали. Я просто даже уйти не смог тут. Хотя мог бы инвиз кастовать, убежать, видите. Я тут выкупился. Благо было бабло. Что-то верхняя башня сил света погрустнела. Найс, блин, канулся, да. Такая фигня. Это моя единственная смерть в этой игре была. Санстрайк, но опять же Темпларке повезло, она под него не попала. Ну и все, что тут добивать. Да, не вижу смысла тянуть игру на самом деле. Вот, я хотел на под базу полезть еще поебашить. Я дефейнинг бластом добил там одного. Ну и все, тут трон падает и... Good game well played. Ну вот, как-то так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как-то так.